держи. Вот этой рукой держи правой. И за карабин держи, где Саш? Да. Над карабином. Понял. Давай. Вот здесь берись над карабином. И бежи. Другой рукой. Рукой. Ну, вот так, вот так, вот смотри, вот поднизу. Да. Снаружи там берешь. И бежим, 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 вот считай. Пока он не взлетит. Пока он не взлетит, понял, да? Yes, okay. Не заваливай только на свою сторону там или как-то. Если падаешь, то лучше отпусти и упади. Не теняй его за собой. Да. Немножко вместе, да? Так, сейчас чуть-чуть я акцентрую. Вперед его прокатите. Ага. И стоп. Стоп. Дальше. Ага. Тихони. Она, блядь, успевает. Ага. Ага. Отлично. Так. Стой. Так. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть на меня. Все, держим вот в этом направлении. Пойдем. Так. Давай, наставь внимание, поехали. Резче, резче. Оп! Оп, 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 оп! Поехали, поехали! Поехали, поехали! Поехали, поехали, поехали! Спасибо, ребят! О! Ничего себе! А, я просто не знаю такого. Все, сиди удобно. Удобно. Ничего себе, как здорово. Обалдеть. Ой. Офигенно. Так, камера работает. Красиво. А где мы будем приземляться? Вон там, где дома? Или дальше? А-а-а. Даже не страшно, в принципе, да? Когда есть человек, который все это знает, как ты где? Чё, клиент есть? Хорошо, я сейчас на тайм-аут поднимусь снизу, если чё, можно будет с хижины улететь, лыжника ищи с лыжами. Я лечу сейчас вот над Нью-Гудаули. Давай. Буду приземляться на этом, на Марко Поло, давай. Просто вот привстанешь как бы, ну и на лыжах можно. Да, да, да. Проехать. А можно покружиться чуть-чуть? Да, конечно, мы сейчас подлетим к точке. А-а-а. Понял, понял. Я просто просил, говорю, по это. Ну, чтобы какашки сыпать. Я понял тебя. Ты издалека. А? Издалека. Да с Москвы приехал. Сейчас там живу. А
А так вообще? А так на Алтае жил. Вообще Владивосток родился там. На Алтайке. Но в Бийске. В Бийске я жил на АБ. Ну. Нифига себе. Во Владивостоке я жил. И на тысячи мелочей, на Баме, и на Тихе. Я на Баме жил. Ё-моё, вы чё, где вы? Вы что-то вообще во всей России, что ли, живёте? Сейчас в Гудауре живёте? Вы что-то я прям... Я сейчас в Комсомольске-на-Амуре. Нифига себе вы. Ага. Офигеть. А чё на Баме где? Я на Шошино жил. На Баме? Вот где, короче, корейская кухня эта, знаешь? О, я там маленький был. И этажки такие, да, вот стоят. А улица-то какая? А хуй за это, вот самый край туда, вот эти девятиэтажки такие стоят. Ну, я там уже... Ну, а, там гора потом, сопка. Девятиэтажки такие белые. Ну, я плохо, я там жил, как бы маленький. Потом, а в Бийске вас как занесло? Бийск на АБ, да, бывшая жена туда, думала, что я там пойду, уехала, я все там, я за ней поехал. Полтора года на АБ. На АБ, у меня там друзья живут, я там тоже бывал. Ну, естественно, там, жил в центре там, в старом. Честь, а в Москве тоже, наверное, жили? Нет. Не любите? А туда вниз нельзя слетать? Можно, но это такая программа, ну что, поехали. Ёкарный бабай. Ёкарный бабай. Нифига себе. Хорошо, хорошо. Здорово. Видишь, как быстро сюда теряется? Да, я чувствую, как теряется. Нет, а туда слетать, вы расскажете, какая программа? Как это, где это? И каким образом это делается? Может быть, в следующий раз приедем к вам полетаем? Потому что... Каньон 350 лари стоит. Вниз туда лететь. А приземляется уже где-то там, да, ниже? Да, в каньоне. А потом на машине? Да, ну тут, мне кажется, минут 5, не больше, да? Ну вот из-за того, что мы улюбители. Надо было это уточнить все. Ну, сам виноват. С одной стороны. Не, ну, конечно, вот эти вот элементы, конечно, очень захватывающие. Офигенно. А на крышу можно? Да, можно, но не нужно. Все. Опа, отлично. Нормально? Да, я упал. Все, окей, нормально. Да. Ну, так. Сема. Привет. Всем привет. Так, ну что это? 8 минут. Как это, 8? Да. А, ну мы там минуты 2 стояли. Коротко. Ну, нормально, нормально. До первого раза пойдет.